На повестке общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей вопросы, затрагивающие большинство бизнесменов. Из 17 обращений, поступивших уполномоченному, это жалобы на налоговую инспекцию. Нередки случаи, когда сотрудники ведомства совершают незаконные действия. Налоговая инспекция незаконно вносит изменения в ЕГРЮ о том, что неправильный адрес регистрации предпринимателя. Ну вот, и здесь получается то, что если предприниматель хочет прекратить как бы свою деятельность, приходит в налоговую законно, пишет заявление, и ну, там в ЕГРЛ внесена запись. И поэтому проблема в том, что он не может в этот момент закрыть свою деятельность, приходится общаться с налоговой, доказывать в суде свою правоту. Ну, а это, соответственно, сроки уходят, и предприниматель теряет деньги. Кроме того, ивановские предприниматели ратуют за внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс. Бизнесмены уверены, что должна быть ужесточена ответственность за незаконное возбуждение уголовных дел, фигурантами которых являются руководители фирм. Чаще всего, по мнению предпринимателей, ответственность несут не те, кто принимал конкретное решение, а те, кто ставили подпись в документе о возбуждении дела. В тех случаях, когда это касается экономических вопросов, хотя что-то мне подсказывает, наверное, и в большинстве других случаев, возбуждение уголовного дела, по факту, принятие решения происходит не на уровне следователя. И принятие решения происходит как минимум на уровне руководителя органа следствия. Ни один следователь, ну, я вот так берусь это высказать как гипотезу, не принимает такого решения самостоятельно. А уголовная ответственность, и, кстати, насколько, если мне вот уголовные адвокаты не дадут соврать, она на настоящий момент достигает санкции до 10 лет лишения свободы. Она касается, получается, того лица, который фактически решение не принимает. Бизнесмены считают, что решения о возбуждении уголовного дела должны быть более взвешенными и уж никак не противоречить существующему законодательству. Нужное, но сложное с точки зрения реализации инициативы будет детально проработано. О существующей проблеме бизнес-сообщество намерено заявить руководству страны. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.